Один пучков бывает. А у меня камбала. И смотрите, у меня камбала. Так, а куда это было жить? Камбала у меня. О, что здесь такое? Я все повыкладывала. А почему она у меня не фиксируется? Я ее вот закрыла, она до сих пор это падает и падает. Нет? Я сломалась. Она ее не будет мотать? О, как ее крутить? Вова, она не крутится. Старые знакомые. Ну что-то есть, но я их не пойму. Она вообще плохо идет. О, она тоже бросила. Что так сегодня? Бычки одни. Бычки? Какая же ерунда. Селедку не забыли? Нет. Отцепить. Там запуталась сегодня. Это не у меня, Вова, это твоя удочка. Это у тебя, пока у тебя на руках. А с моей что? С твоей все. Не будет, распутался у тебя. Блин, что такое тяжелое? Ой, еле поднимаю. Камбала. Надя, у меня камбала. Подвигается. У тебя коромысло? Да. Но она у меня наверх не поймалась. Где наживка? А как она у тебя там запуталась? Что ты думаешь, сейчас я не смогу опустить? Дай. Сейчас посмотрим. Крутить этот болт. Вот такие катушки, значит, за 2000. Видишь, она не хочет это вот, она что-то это. А, ее же надо поправить опять, да? Конечно. Опять что-то задернулось. Ой, что-то есть. О, бычок. Давай мне сюда эту. Чик-чирик-чирик-чик-чик. Под ноги, что ли, бросаешь? Не надо.
Давай, почему? Можешь ее это расслабить? Не расслабляй. Сейчас подожди, я вытащу. Блин. Два мусора сидят. Бычки. Нет, а, яйца, там было. На, держи. Смотри, осторожно. Лодку нет. Ну. Есть что-то. Не очень тяжело. Не знаю, сейчас посмотрим. Что, видно? О, комбалёшек. Поменять? Лучше будет. У меня опять на верхнюю поймалась. А эти посъели все. Ага. Нижние. Так, где у нас там? Нижнюю наживочку съели. Почему? А ты коромысла есть? Коромысла? Чего ты там все с ним воюешь? Зеленые глаза у него такие. Маленькая комбалёша. Будем брать? Да. Я в прошлый раз это на следующий день только ее приготовил. Замотались, и это вечером едет домой. Что сегодня будем варить? О, что-то болтается. Сейчас посмотрим. Большой, и нам уже вообще ничего нету, потому что легко идет. Бычок. О, какой бычок. Прям удивляешься. Большая? Маленькая. Так, у меня сломалась удочка. Теперь я ловлю вот так. О, все, поехала. Ты камбалу сколько уже поймал? Ни одного, девочки. Фига себе.
Опять бычок и там был. Так. Да. Идите сюда. Она заглотила сильно. Сейчас надо бычка сниму. Нож мне дашь? Ну, знать, у тебя нож? Нож, да. Я не знаю, как это. Вот так. Мне надо на вашу сторону. Да, какой там Балёха. Там Балёха. Соединилка прыгнула, да? Кормили. Еле отцепил. Подожди, давай так покажи. Поймал? Еще что-то поймал. А, это же моя. Это. Ну ты ее сейчас отцепишь там просто. Камбалу поймал, да? Все. Наконец-то. Ты что, не цепляется? Ну такая большая. Но сегодня мелких нету. У нас тут раз были мелких, по-моему. А? Ну ты ее скинь просто и все, она же у тебя на крючке сидит. У меня уже что-то дергается. На все надо посадить. Да, с такой сломанной удочкой, конечно. Ну, блин. Опять проглотил. Вот так вот. Оторвалась. Ну, где моя открывалка? Куда я? Сюда, в другую сторону. Так? А, ну так. Что-то есть. Так не хочется, чтобы там бычок сидел. Бычок. Надь, смотри, какой здоровый бычок у меня. Где, скажи. А, ну на краба, ну. О, какой здоровый. Стоять. О, смотри, куда так далеко. Придется мне снимать. В пасть лезть ему. Сейчас как меня укусит. Возьми за руку.
Не знаю, как его оттуда вытащить-то. О, два штуки. А, смотри-ка. Ножик мне нужен. Смотри, куда. Мне лезть придется. Ой, ну покажи, покажи. А, большущий. Вова, ну отцепи мне, пожалуйста. На ножику, ну ладно. Выкидывай его. Надя, ты хотела бычка? Тебе надо? Бычка? Ну. Мясо отрезать? Ну. Ну, отрежет его мясо. Почему? Брось ведро. По-живому. Так это все. Сейчас, он же колючий. Уже держать надо. Возьми за хвост. Шашлык, да? Держишь? Неудобно. Ох, надо же с кожи. Пока посижи, да? Давай, на него прицеплю. Что, мясо отрезала его? Жунка? Ну. Кусочки не готовы. Есть. Ну что, мне опустить ее надо? Пошла. Все. Шашлык тоже пойдешь. На шашлык? Да хватит нам одного, брось его. У меня-то заглотил сильно. Пасть порвали. Ой. Что вроде бы дергало? Смотри, поели ее, Надь. Вов, смотри. Да нет, кусали и не зацепились. Странно. Так, что у меня? У меня есть что-нибудь? Все. Че? Ну у тебя такая катушка-то большая. Вот, смотри, она у нее большая. У тебя меньше. А разница что-то такая? Ну, пойдет, наверное, такая на море. Ой, что-то дергал. Я кручу, кручу. Большая. Большая комбалюша. Надя камбал поймала. У меня крючок оторвался. Представляешь? У нее. А у нее во рту остался. Ну ты опустись. Тоже? Ну, пошла рыба, а у меня крючка нету. Ну, у тебя два же есть еще. Так, пока половлю. Моя открывашка. Видишь, на бычка не стала клевать.
значит, может, не очень-то это. На себя? Как можно выкинуть? Сегодня кунгасов что-то нету. Есть у меня кто-то есть. Что-то ушла, что ли? Легко пошло. Угу. Что, тянешь? Так? Ну так щелкнул, да? Правильно? Это, так села? Ты там разбросаешь меня? Я не села, я нормально. Все. Ну, знаешь, там... Ты посмотри, что получилось, нет? О, что-то есть. О, смотрите, какая она у меня. Удочка прогибается. Так тяжело. О, смотри, как он монстрило. Да. Иди сюда. Поймала. А, стой, стой. На хвостик клюнула. Ой, я краба поймал. Лови. Давай. Бери его, бери. Я краба поймал. Нифига себе, как ты его поймал? Он тебя запутался? Ага. Держи, как он? Все, он зацепился. А, он у тебя за крючок зацепился. Какой я си. Держи. Смотри, он капает. Вот это да. Держи, держи. Верхний, да? У меня ничего нету, блин. Что такое? Я уже это пробирает меня. Ради этого тут чешуя пролетелась. Не, на другой щеке. Да. Ну и чё, всё? Не хочет ловиться. Ну ладно, поехали. Лови по-своему.